Михаил Саакашвили у себя на официальной странице Facebook опубликовал пост. Цитируем слова в оригинале. «Когда мы строили гидроэлектростанцию в начале моего президентства, это было необходимо, потому что в Грузии полностью было темно, и электричество для каждого грузина было очень важно. Тогда мы начали развивать туризм и другие экономические сферы, так что сегодня строительство больших гидроэлектростанций имеет только одну функцию». Иванашвили продал свои гейдельбергские цементные изделия, которые являются основным поставщиком строительства гидроэлектростанций. Именно поэтому Иванашвили занял 25% от всех гидроэлектростанций, плюс получил бесплатное электричество для своих биткоинов. Грузия больше не имеет никакого отношения к интересам населения, потому что напрямую мешает развитию главной сферы экономики, и вместо того, чтобы разбогатеть захватывающий дух Грузии, уничтожает источник дохода этих людей и дает только Иванашвили и его двум-трем партнерам доход. Вот в чем разница между тогдашними основами и сегодняшними условиями.